С начала 2020 года донорскую кровь в Одинцовском городском округе сдало всего около 600 человек. В отделении переливания крови в ближайшее время ждут дальнейшего снижения донорской активности. Глава муниципалитета Андрей Иванов обратил внимание жителей округа на то, что кровь и ее компоненты, сдаваемые в отделении переливания крови Одинцовской областной больницы, затем направляются именно в наши медицинские организации. Сдавая кровь, мы спасаем здоровье, а порой и жизнь. Подчеркнул глава.